Привет всем, с вами Веломода. И сегодня мы представляем вашему вниманию велосипед Ford Travel 2013 года. Модель очень необычная, очень такая примечательная. Во-первых, это алюминиевая рама. Видим необычные формы с применением гидроформинга. Видим рулевой стакан, дюйм 1,8. Вилочка RST с ходом 60 мм с локаутом. Достаточно неплохо отрабатывает все неровности. Велосипед в целом очень гармоничен, очень хорошо укомплектован и будет замечательным приобретением для любителя городской езды. Велосипед укомплектован трансмиссией Shimano, 7 скоростей сзади, шифтер мы видим, и 3 скорости впереди. Таким образом, 21 скорость в сумме. Необычным, скажем так, нововведением является регулируемый вынос, который идет сразу же в комплекте. То есть вы можете отрегулировать уровень руля так, как вам удобно. К тому же гнутый руль позволяет также сделать посадку очень удобной и комфортной для езды. Также мы видим, что в комплекте идут уже полноценные полноразмерные пластиковые крылья, которые защищают идеально от грязи, то есть ездить можно в дождь, в плохую погоду, и вы останетесь чистым и сухим. Двойные обода Weinmann, хорошие крепкие обода, накатистые покрышки Kenda, 28 колеса, очень даже неплохо будут катиться по асфальту и легкому грунту. Необычным также особенностью велосипеда является подседельный штырь с амортизацией. Это тоже такая фишка, которая помогает почувствовать действительно комфорт и радость от езды. Седло фирменное Ford с выемкой, очень